О корректировке программы 5-100 пока речи не идет. Так прокомментировал ректор ТюмГУ сообщение некоторых СМИ о прекращении финансирования большей части участников этой программы. На прошлой неделе министр образования Ольга Васильева предложила перераспределить бюджетную поддержку между 6 вузами-лидерами рейтинга. Однако, по словам Валерия Фалькова, это уже не первое подобное предложение и, судя по всему, не последнее. Это дискуссия, которая состоялась, и не надо делать из нее трагедии, потому что решения принимаются правительством Российской Федерации. Если эти решения будут приняты, то они будут озвучены официально. А пока это дискуссия. Да, с участием ключевых лиц, которые принимают решения, но делать поспешные выводы, и уж тем более записывать там 15 вузов, которые активно участвуют в число аутсайдеров, это крайне преждевременно. Более подробный комментарий Валерия Фалькова на эту тему смотрите сегодня в ТСН «Итогах» в 20:00.